Еще ранее, в соответствии с указом губернатора Оренбургской области и рекомендациями Минспорта, приказано остановить проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории области. Теперь постановление Роспотребнадзора закрывает и спортивные учреждения. Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Все наши учреждения, в которых сегодня обучается на спортивной подготовке свыше 3000 детей, все спортивные, региональные спортивные площадки, это учреждения, которые осуществляют спортивную подготовку, перешли на режим, выдали задание самоподготовки детям и прекратили занятия на своих площадках. Сегодня как раз тот момент, когда соблюдение всеми определенных мер самоизоляции приведет к большему эффекту прекращения вот той болезни, которая распространяется именно через контакты людей. Всем жителям настоятельно рекомендуется тренироваться в домашних условиях, а на открытых спортплощадках, которых у нас множество, проявлять максимальную ответственность и соблюдать санитарные нормы. Горожане должны усилить ответственность прежде всего за и контроль за своим здоровьем и за собой. Конечно, соблюдать рекомендации, те, которые, во-первых, и директивы к нам приходят из правительства Российской Федерации, из правительства Оренбургской области. Вот, захотел на улицу потренироваться, на улице, то есть, допустим, на качкарке пробежаться. Контроль. И надо исключить массовое скопление людей. Сокращение активности занятий на улице и самоизоляция видятся лучшим выходом. Нужно набраться терпения, чтобы максимально обезопасить себя в этот сложный период. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов. Новости дня.